Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Магадане продолжает снижаться. За последние сутки на Колыме выявили лишь 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Это на 2 человека меньше, чем вчера. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период отметили 7696 заболевших. С выздоровлением выписали 7124 человека. Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. В общественных местах эксперты призывают надевать маску, перчатки и пользоваться антисептиком. Необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Мужчинам специалисты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.